На встречу с жителями Щелковского района приехал легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Совместно с главой Надеждой Суровцевой и руководителем администрации Щелковского района Алексеем Валовым он пообщался с жителями и выслушал их просьбы и наказы. Волнующие вопросы, актуальные темы обсуждались довольно активно. Алексей Архипович знает о проблемах Щелковского района не понаслышке и зачастую результативно помогает их решать. На этот раз в ходе общения было затронуто несколько проблем. Так, инициативная группа военных из поселения Монино приехала специально, чтобы поднять одну из самых животрепещущих на сегодняшний день тему переноса музея авиации. Я думаю, будет это наказ нас, монинцам, я думаю, Щелковский район нас поддержит. Это патриотическое воспитание. Сейчас над Монино нависла серьезная угроза перебазирования Центрального музея военно-воздушных сил в парк «Патриот». Мы не верим словам, что так не будет, но вышли уже два документа главкома воздушно-космических сил на подготовку экспонатов перебазировать. Нельзя взять патриотизма на одной земле и перенести, или в одном месте перенести его в другое. Я знаю этот вопрос, но могу вам сказать, что в мире нет такого музея авиации, который находится в Монино. Ни в одной стране, даже в Америке. Конечно, надо это все сохранить для будущих поколений. Я попрошу, значит, товарищей из Монино обратить внимание нашего правительства на сохранение вот этих реликвий нашей страны. Подняли на встрече и вопрос военных кладбищ. Так, на Чкаловском оно находится в ненадлежащем состоянии. Военный мемориал требует незамедлительного облагораживания. Все заключается в том, что земля военная. Давно уже как бы решили, что с ним встречался Ян Анатольевич. Проговорили, готов отдать. Бумаги ушли, дай бог память, 8 месяцев уже. Повторно бумаги посылают, опять тишина. Нам сегодня нас надо переживать, мы уже В ходе обсуждения также поднимались такие вопросы, как создание в районе целевой единой программы по обеспечению инженерными коммуникациями участков, выделенных многодетным семьям. В законе прописана необходимость подведения коммуникаций, да, потому что просто земля, она по сути обременение и налоги и все остальное. И вот мы сегодня провели большой форум в Восточном Подмосковье, в Павловском Посаде. Там тоже очень отдельная секция была посвящена вопросу. И я в качестве вот тоже просьбы и наказа такого все-таки прошу обратить внимание на этот вопрос. Эти и другие пожелания, наказы и просьбы жителей Алексей Леонов выслушал и пообещал обсудить их лично с губернатором Андреем Воробьевым. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».